Несколько низменных районов города Квета в Пакистане были затоплены из-за проливных дождей и внезапных наводнений. Несколько глинобитных домов рухнули из-за дождя в Квете и ее окрестностях. Мощные потоки воды смывали автомобили. Очень многие жители застряли в своих домах и не могли выбраться. В этом году в Пакистане произошли беспрецедентные наводнения, которые сеют хаос и разрушение. Правительство Пакистана объявило чрезвычайное положение в 26 из 34 районов провинции, чтобы справиться с ситуацией. Продолжающиеся дожди серьезно повлияли на повседневную жизнь, бизнес и официальную деятельность в Пакистане. Число погибших в инцидентах, связанных с дождями, возросло до 225, также смыто 18 мостов, разрушено более 7 тысяч домов и более 25 тысяч домов пострадало. Пострадавшие от наводнения люди не получают практически никакой помощи.